городишко Гофри я прибыл раз один чужак. Пары слов он не промолвил, говорить был не мастак. И зачем он никуда, он не спросили в той дыре, потому что прискакал он с большой пушкой в кобуре. С пушкой в кобуре. Рано утром на рассвете с юга въехал в городок. Не спеша все осмотрел он и пронесся шепоток. Это беглый каторжанин, все шептались на заре. Он не зря сюда приехал с большой пушкой в кобуре. С пушкой в кобуре. В городишке жил преступник прозвищем Техасский Дром. То ловить его пытался все давно на свете том. Он в свои 24 был убийца и злодей. На стволе него зарубок 20 по числу людей. По числу людей. Уронил чужак два слова, стало ясно всем вокруг. Это рейнджер с Аризоны, в город прибыл он не вдруг. Он здесь именем закона за убийцей воров. Мертвый или живой, но нужен ему сам Техасский Гром. Сам Техасский Гром.